Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале. Сегодня хочу делать пепельницу в стиле стимпанк. Определенных каких-то у меня рисунков нет. Может кто-то сказать, что это хлампанк. В общем, смотрите, как говорится, сапожник без сапог. Сделала всем друзьям, сделала подругам, а у самой нету. Приезжает подруга и окурки куда-то бросает в какую-то там пиалочку. В общем, вот такая банка из-под смеси детской. И вот такие вот у меня мелкие детали, металлические, от сумок. Вот, вот эти вот хвостики от замков. Вот, вот такие вот у меня есть карабинчики. Вот такие карабинчики. На эту банку не пойдут крупные детали, потому что она круглая. Это вам не плоская. Вот сами замки, вот видите, разные варианты тоже. Ну, вот, все это у меня рассортировано. Вот видите, вот эти вот собачки разные, круглые, всякие разные есть. Вот. Потом вот такие вот, правда, это не металл, а штемпелечки пластиковые с этикеток тоже разные есть. Вот. Есть вот, вот такие вот клепочки. Но я вот просто это все, видите, рассортировано по, как говорится, по моделям, по местам. Вот. И буду смотреть, что применить. Есть вот такие вот круглые кнопочки. Ну и есть немножко вот таких вот цветных. Клеить буду горячим клеем. Прям вот на эту банку. Рисунок, конечно, рисунок. Будет все произвольно. Не знаю, как. Как рука пойдет, так и буду клеить. Решила начать вот с таких вот квадратных железных деталек. Почему? Ну, во-первых, банка круглая. Крупные какие-то трудно на нее клеить. Буду пробовать сейчас вот так вот как-то. Вот. Получается, вот эти тогда подстаканники, делала я из них и органайзеры, делала цветочные горшки. Но так как она сама-то она легкая, металлическая. Но за счет того, что на ней навешано много металла, она становится очень устойчивой. Почему я хочу такую пепельницу сделать? Чтобы ветер не сдувал, вот, чтобы было куда, вот, допустим, подруга приезжает и курит на балконе. Я, кстати, ей тоже сделала соседям, сделала племяннику. Они ее, по-моему, как вазочку используют, я делала как пепельницу. Так, сейчас застынет, пока я соберусь. Ой. Так. Вот. Сначала наклею вот эти вот все, а потом посмотрим, что дальше. Делаем примерочку. Она такая тяжеленькая получается, хорошая получается, устойчивая. Вот. Клей не надо жалеть. В принципе, уходит немного клея. Я всегда проверяю, чтобы клея было побольше. Вот так вот уже начинаем обклеивать. Раз.
Ну вот так, друзья, получается у меня уже тяжеленькая такая. Ну еще пытаюсь какой-то там типа рисунка соблюдать. Но не все выходит. Но пока вот так. Можно, конечно, делать в хаотичном порядке. Ну, пытаюсь соблюдать какой-то рисунок. Решила сделать вот такие вот теперь. Они легенькие, тоненькие. Ну, не знаю. Вроде как их хватает. Сделаю вот такой, наверное, рядок. Вот так вот сейчас банка моя выглядит. Вот. Начала клеить вот такие вот клепки. Скажем так, не пуговицы, это были клепки с какой-то сумки. Я их выдрала. Клей надо вставлять. Вот. И теперь вот так вот. Ну вот так, друзья, получилось у меня пока. И сейчас буду покрывать черной краской. Краска вот такая вот из баллончика. Вот, ей буду покрывать. Лучше покрывать на два раза, чтобы все прокрасилось. Друзья, решила вот добавить вот такой вот краски еще сверху черного. И вот что у меня получилось. Вот такая прям чисто бронзовая методом распыления. Не тампированием, а методом распыления сверху. Внутри проглядывает черненькая. Вот такая получилась у меня пепельница. По-моему, получилось неплохо. Из бросового материала. На этом все. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. Пока-пока.